Вам нравится Pixelmon, и вы ждете выхода каждой новой серии. Сейчас дата выхода серии может зависеть полностью от вас. Все, что вам требуется, это поставить лайк под этим видео. И слушаем внимательно, ребята, чтобы понять. Поставить лайк под тем видео, на которое вы сейчас видите ссылку на вашем экране. На этих двух видео должно набраться 100 лайков. То есть на этом видео должно набраться 100 лайков. И на том видео, на котором сейчас показана ссылка на экране, тоже должно набраться 100 лайков. Объясню, для чего это. Для того, чтобы дата серии зависела полностью от вас. Полностью. Для того, чтобы не было вопросов, когда будет Pixelmon. И для того, ребята, чтобы был не только Pixelmon, а другие игры, другие моды, другие сезоны. Я, ребята, еще раз повторюсь, чтобы вам было полностью понятно, чтобы не было вопросов и чтобы все зависело от вас, когда выйдет новая серия. Когда на последней вышедшей серии Pixelmon, то есть на той, когда выйдет, которая выйдет последней, наберется 100 лайков. И когда на том видео, на которое вы видите ссылку на вашем экране, наберется 100 лайков, выйдет новая серия Pixelmon в ту же минуту, в тот же момент. Дата выхода серии зависит полностью от вас. Это видео будет появляться в каждой новой серии Pixelmon. И в каждой новой серии Pixelmon на этом видео будет другая ссылка на другое видео. То есть каждый раз другое видео. Но, еще раз скажу. На то видео, на которое будет появляться ссылка, на котором наберется 100 лайков, и на последней вышедшей серии Pixelmon тоже наберется 100 лайков, выйдет новая серия Pixelmon. Если, допустим, вышла новая серия Pixelmon утром, к обеду набралась на той серии и на том видео, на которое есть ссылка, набралось по 100 лайков, новая серия Pixelmon выйдет в тот же момент. Если к вечеру набралось еще 100 лайков на одной серии, выйдет еще одна серия Pixelmon. То есть за день вы можете посмотреть и 2, и 3, 4, и 5 новых серий Pixelmon. Стандартная выхода серии Pixelmon один раз в 2 дня. Но, ребята, еще расскажусь. От вас зависит то, что вы можете в день посмотреть и до 10 новых серий Pixelmon. Я думаю, ребята, всем понятно. Смотрим на ссылку, переходим по видео. Каждый раз в новой серии Pixelmon будет новая ссылка на другое видео. Если на том видео наберется 100 лайков и на этом, выйдет новая серия Pixelmon. Я думаю, я всем понятно объяснил. Все поняли, ребята. Всем спасибо за просмотр и всем приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья. С вами снова Эдисон. И мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon давно. Действительно, ребят, соглашусь. Соглашусь, что давно мы не играли в Pixelmon, а в этом сезоне. Это как бы, ребята, это продолжение третьего сезона, это не четвертый сезон. Это продолжение третьего сезона, да. И, ребята, в принципе, я думаю, все поняли, что делать, как делать, когда делать, что нужно делать, чтобы вышли новые серии Pixelmon. И чтобы их было больше, да, ребята. Я думаю, все поняли. И поэтому, ребята, в принципе, сейчас мы продолжим прокачивать наших покемонов. Вот я только посмотрю, один человек мне написал, каких покемонов нам не хватает. Я писал все просто нереально, офигенно. До каждого покемона, которого не хватает нам 44 покемона, ребята. 44 покемона, которых у нас нету. Он полностью написал, каких покемонов у нас нету, до единого написал. И сейчас давайте полетаем на нашем Пиджоте, давно мы не летали. Ребята, нам не хватает 44 покемона, туда же и включается... как он там называется? Забдос, да? Которого, в принципе, мы еще не словили. Там же и вот этого... Как... О, сейчас, там покемон босс. Гроудона не хватает, да, которого мы, в принципе, тоже еще не словили. Его тоже не хватает. И вот там заплющенный Гулдин, которого мы сейчас убьем, но вот это не вот тот был, а... а что, он уже пропал? Да нет, не пропал, вот он. Убьем мы сейчас его. Ребята, с первого же босса, которого мы нашли, в продолжении третьего сезона выпал Мастер Болл. Это уже просто... Просто... Это хреново, да. Выпал Мастер Болл с первого же босса. Хреново, хреново. Нужно вернуть.
Давайте дальше полетим. Если сейчас еще и... Так, это меня бесит, если честно. Сейчас. Вот что меня бесит. А бесит меня то, что у меня голод. Просто я не выключил обычный режим, да? И он как бы начал там час. И как бы было на изи, и у меня начались тратиться голод, да? Но я потом как бы поставил на писсу, и голод еще там есть, да? Ну, в принципе, нормально. А если сейчас еще и грудон заспавнится, это вообще офигенно будет. Так, сейчас clouds on. Отлично. Вот так. Нет. Давайте вот это вот так, пускай будет. Да, отлично. Все, ребята. Полетели мы дальше. Полетели, полетели. Вот. Иви. Вот сейчас, ребята, мы будем ловить. Ну, не только, конечно, Иви, но Иви тоже. Так как там есть куча Иви, да. У нас же вроде только одна Иви. Вот это Амбрион. Я, если честно, даже не помню. Есть ли у нас водная Иви, есть ли у нас там травяная Иви, есть ли у нас там еще какая-то Иви. Честное слово, не помню, нужно будет посмотреть. А, вот, как раз я там посмотрю, какой человек мне написал, каких покемонов у нас нет. Ребят, я сейчас прочитаю. У нас нету Парасекта, Тентакула, Фарфетчта, Сила, Гриммер, Оникс, Дроузи, Волторб, Эксегьют, Кьюбон, Хитмонли, Хитмончан, Ликитунг, Кофинг, Чанси, Танжела, Кангаскан, Старью, Мистер Майм, Джинкс, Пинсир, Дитто. Вот, Иви. У нас нету водной Иви, электрической, огненной. Ну, короче, у нас всех Иви нету, кроме вот Амбриона. Да, чтобы проще сказать. И, в принципе, дальше у нас идут вот эти все покемоны, в которых у нас нету. Порygon, но это как бы такой покемон, потом разберемся, что с ним делать. Порygon, Кабуто, Мунчлак, Забдус, Чикарита, Чинчоу, Свайнуп, Станталер, Лунатон, Гроудон, Туртвик, ладно, Пиплуп. Я понял, каких покемонов у нас нету. Спасибо, кто вот это написал. Потому что действительно просто я даже не знал, каких у нас покемонов нету. А вот ты, в принципе, до самого последнего, можно сказать, покемона написал, которого у нас нету. Сейчас давайте идем поспим. А сейчас что, не ночь? А ну, полуночь. Как бы еще до ночи не дошло, да? А вот сейчас дошло. Да, отлично. Наркоман конченый. Так, ладно. Давай подрыхнем. Утро бодрячком. Сейчас мы кофеечек сделаем где-то у нас вот в этом доме. Нет у нас тут какой-то... Нет, нету. Не предусмотрели мы тут кофе. Ладно. Идем. Куда мы идем? У нас прописано Иви. У нас прописано Иви. И у нас там Басяндра. И сейчас мы идем на Басяндру. Басяндра, Басяндра. Сейчас мы тебя заколбасим. Вот что я еще забыл, ребята, посмотреть. Сколько... Сейчас, главное, близко к нему не подходить, а то вот эта зараза улетит. Сколько у нас... твою ж мать, сколько у нас вот этих... алмаза, да, чтобы уже себе как бы сделать еще один алтарь, чтобы себе заспавнить Забдоса, да, ребята, нам еще не хватает одного легендарного покемона, ну, конечно, не считая Граудона, как бы Граудона тоже не хватает, но если так считать, то нам не хватает Граудона из легендарных и Забдоса, вот этих двух покемонов. И вот что, вот сейчас у меня, наверное, задача будет, ух, сейчас. У нас куча всяких. У нас куча всяких болов. Но нету ультраболов. Но я посмотрю, ребята. Может даже ультраболы не пригодятся, если вот этими будем ловить. Ну, посмотрим. Так, нам нужно 5 Иви, твою же мать. 5 Иви. Плюс к тому Пиплуп. О, Иви, зараза. Иди сюда, Иви. Если ты сейчас не будешь ловиться, как ты умеешь, Иви. Ты меня расстроишь, Иви. Ну, ты сама напала. Мастер Бол, Мун Бол, Френд Бол, Лов... Я тебя люблю, Иви. Давай, залазь в Лов Бол. Ну, залазь. Ну, пожалуйста.
Давай, в лофбол. Ну будь скотиной, твою ж мать. Heavy ball. Нет, ты не жердяйка, чтобы тебе heavy ball'ом. А у нас есть level ball. Dive ball, net ball, nest ball, timer ball, бла-бла ball, friend ball, давай. Ну, если нет, то будь хотя бы моим другом, Иви. Ну, будь моим другом, ну, залезь в friend ball. Ну, скотина, ты ж тварюга. Moon ball, friend ball, love боссов. Конченая же Иви, таймер ball. И... Иви. Вот ты зараза. Как я Иви не... как я ненавижу Иви ловить. Вот сейчас я вспоминаю, что я просто ненавижу Иви ловить. Твою ж мать. На эту конченую Иви уходит в 10 раз больше покеболов, чем на какого-то там даже... Гастли. Или еще кого-то. Кем мы тут ее можем... усыпить? Нет, этим мы ее забабахаем с одного удара. Если я не ошибаюсь, то мы же первую Иви словили с мастерболом, или меня плющит. Да ты ж конченая же ты тварюга мелкая, такая вредная, как прям моя собака дома. Честное слово, такая мелкая, злее, чем какая-то там... Бульдог, твою же мать, иди ты залазь в этот мастерболт, конченая же ты и верюга. С буквы П. И верюга с буквой П. Твою же мать, только выбили мастербол и вот уже потратили на какую-то конченую Иви. Конченая же ты Иви. Так, кого там еще нам не хватает? Пиплупа, да? Тёртвига. Нам не хватает двух фосил покемонов, а не одного. Я думал Кабутопса, но нам еще не хватает Арчена. Вот я охрененно впал. Просто охрененно. Ладно, хорошо, что хотя бы не в лаву. Если бы я впал в лаву, то я бы просто сдурел. Так, ладно, идем мы вот сюда. Вы, походу, с меня просто-напросто так прикалываете, что я сейчас точно сдурею. Харе может уже падать. Ребят, мы даже сюда уже залазили. Тут уже даже путь был проделанный, что мы тут были. Вот, твою же мать, темная же ты хрень, которую хрен реально увидишь. Так, сейчас, ладно. Мьюту. Я уже забыл, кем мы тут играли, кем мы тут дрались. Ну, конечно, мы только Мьюту дрались, но то, что я забыл, чем мы дрались, какими скиллами. Так, ну, в принципе, тут ничего такого нету. Ладно. Сейчас давайте, может, куда-то вот сюда полетим. Нет, летим мы домой. И возьмем конченую Иви, которая никак не хочет ловиться, тварюга. А поставим мы туда... Так, тебя мы прокачали, тебя, Амбриона, вот так, вылечить не надо, твою ж мать, ладно, лечись, так уж и быть, так, ладно, ставим мы Амбриона вот сюда, и берем Иви. И, в принципе, ребята, у нас даже больше уже некого качать. Возьмем мы, может, где наш... Где наш Генгар? Где наш Генгар? Нет, ребята, у нас есть Иви. Эспион. Да, я что-то забыл даже. У нас есть Эспион, у нас есть Амбрион. Отлично. Сейчас, ребята, где наш Генгар? Твою ж фуражку. Генгар. Или я его не вижу, или у нас его нету. Ну как у него... вот он. Наконец нашел. Так, ладно. Вот, что я вспомнил. Нам же нужно посмотреть, сколько у нас алмазиков. Это все мы сейчас... Сюда поскладываем. Вот так. Это вот сюда.
Отлично. Сейчас просто бардак уже тоже, наверное, тут. Это вот сюда, это вот сюда, сюда. Нет, это не сюда, это вот сюда, сюда, сюда. Отлично. Это сюда, 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 сюда. И вот тут. Вот так. Отлично, отлично, отлично. Сколько у нас алмазов? 109. Ну, где, ну, 110 пускай будет, округлим, да? 110 алмазов. То есть нам еще нужно 140. Если собрать все вещи, что у нас есть, то есть 40 алмазов мы получим. Короче, ребята, нам еще нужно приблизительно 100 алмазов. Охренеть. Ладно, ладно, ладно. Полетели мы куда-то вот сюда. Нам нужно пиплупа. О, туртвик. И нужно, конечно же, сделать ультраболы, потому что хрен ловится. Вот такие тварюги, как киви, вот просто хрен ловится. Так, ладно, летим мы вот сюда в поисках покемонов. Ребята, продолжаем мы искать покемонов, качать Иви. Иви мы сделаем. Ну, в принципе, у нас там куча всяких. Куча всяких. Нет, сначала там у нас босс. У нас куча всяких камней эволюции, поэтому, в принципе, мы можем ее превратить в любую. Тварюгу Иви, да. Так, ладно. Да иди ты. Вот, это кто у нас? Майнун, Минун, пофиг, как это так, о, еще два алмазика, так, давайте вот так, пускай оно будет, и давайте дальше, полетим, поищем, Тюртвига, Иви, хотя Иви, твою же мать, это Иви конченая, так, ладно, полетим, и вот сюда, карта у меня почему-то обновилась, как бы, ну, в принципе, я знаю почему. Ну ладно, заново мы ее посмотрим, эту карту, полетаем. О, как раз у нас тут, ну как бы можно сказать, зимняя биома, да, зимний лес. И тут мы, наверное, все-таки, если мы тут, то напишем пип-луп. Пип-луп, пип-луп. Нет, это босс. Что-то такое, просто как-то так светится, что кажется шайни. И там еще один босс. О, сейчас мы вообще прокачаем вас, ребята. Сейчас мы... Отлично. Так. Так, отлично. И вот там у нас еще один боссик. Главное, не в земле. Нет, в земле, ладно, иди нафиг. И там у нас Дроузи, ребята. Там у нас Дроузи. Которого, в принципе, нужно словить. Сейчас мы... Так. Гипноз. Дроузи has fallen asleep. Ладно, давайте пытаемся... Мунбол. Мунбол. И? Дроузи, ну не будь хотя бы ты Иви, не будь скотинкой. Дроузи, вокап. Ладно, давайте обычно, без гипноза. Да харе уже там. Ну давай, ну будь. Скотина. Ну первая же серия по... После продолжения третьего сезона, ну будьте живы людьми. Я не буду на кого, но на Дроузи я не буду использовать мастербол, поэтому ты можешь даже не надеяться. Ты, конечно, можешь ловиться, не ловиться, но ты... Ты зараза, конечно. Ну засни ты уже. Короче, ребята, нужно делать ультраболы, потому что вот с этими болами как-то их не очень ловить. Хэви бол, давайте хэви бол. Попробуем.
Он же жердяй такой небольшой, да? Может, в принципе, нет. Не жердяй, ладно. Извиняюсь, если обидел тебя, Дроузи. Дайвбол, нет таймербол. Короче, нужно нам, ребята, делать ультраболы, потому что это не дело, если честно. Вот эти все покеболы, конечно, круто, но вот... Ну, словись ты. Ух, отлично, ребята, словили мы Дроузи. И там пиплуп! Пиплуп, пиплуп, пиплуп. Ух, пиплуп, где ты? Ну где ты, пиплуп? Вот, отлично. Нападай. Ух, отлично, ребята, мы нашли уже пиплупа. Охренеть, сразу же нашли пиплупа. Так, он спит. Давайте ловбол. Пиплуп, я тебя люблю. Ну, словись, ну, пожалуйста. Ну, словись. Ловболом. Ну, пожалуйста. Ну, словись. Отлично. Ребята, мы уже словили 3 новых покемонов. Уже отлично. То есть, если у нас там было, не хватало, 44 покемона, то теперь у нас, ребята, не хватает 41 покемон. И мы, в принципе, еще набили себе 3 новых алмаза. Ладно. Ребята, сейчас... Сейчас давайте идем поспим. Так. Отлично. Подспали. Так. Так. Пиплуп, Дроузи. Так, иди-ка ты сюда. И пиплуп. Отлично. Сейчас мы будем искать... Кого бы мы бы поискали? Давайте, у нас будет чертвик. Отлично. Давайте, может, еще немного пролетимся куда-то. Да, давайте пролетимся. Нет, не поедем, пролетимся. А где чертвик? Он же вроде в обычном лесу где-то спанится. Возле леса. Ну, ладно, сейчас мы поищем. Может, да, найдем. Чертвик. А, Волторба. Волторба, вот, вспомнил. Так, сейчас, ладно, посмотрим, есть ли он у нас. А у нас чего нету? У нас нету Танжелы. И Кофинга. Это странно, но я фиг его знает. Может и нету. Словим потом. Так. В лесу, может, будет чертвик. Потом мы реально словим Волторба и словим Танжелу, как бы несложно, мне так кажется, словить. Это уже будет минус 2 покемона, которых нам с буквой «эх», ну, случайно вырвалось как-то. Короче, нафиг, забудем, да и все. Случайно сказал. Нам... А сейчас, твою ж мать, я уже забыл, о чем я говорил. Да, и вот еще минус 2 будут покемона, которые нам не хватает. Ну, почему я вот то сказал? Нам с буквой «эх». Не, ну как бы это не было, что я думал, да, давайте сейчас скажем «м», ну как бы «мат», да, потому что, в принципе, давайте скажем «мат», да. Нет, просто, действительно, что-то я хотел сказать «нам». А случайно, действительно, просто задумался и вот случайно эта буква туда поместилась. Да, в принципе, бофиг, ребята, я думаю, ничего такого нет, случайно сказал. Так, вот зараза, нет. Нет. Да, уже пропало. Какая высота? 40-я высота. Нам не хватает фосил. Нам нужен фосил. Вот тебя тоже, зараза, можно убить. Ты же большой уровень, ты же крутой. Псайбим. О, охренеть, пиплуп уже эволюционирует.
Давай. Давай. Пиплоп. Принплоп. Отлично, ребята, есть у нас уже принплоп. Вот он. Принплоп, да. Вот тут я не знаю, шейдерами ни хрена не видно, что там есть. Какой у меня пинг? 40. А если вот так? 70. Ладно. Так, тут ни хрена. Нет, есть еще проход. Ребят, нам нужно два фосила. Я думал один, но нам оказалось нужно два. Два фосила это, в принципе, так. Нормально, можно сказать. Так. Вот у нас есть камушки. А. Ну тут нифига нету. Как я понял, да? И тут тоже. Ладно, ребята. Топаем мы домой. И, в принципе, ребята, я думаю, на этом мы закончим. Ставьте лайки, ребята. Не забываем лайк на эту серию и лайк на ту серию, которая показана, на которую показана ссылка в начале видео. И серия вы, новая серия Пиксельмона выйдет очень скоро. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.